я не смотрел, наверное, лет 25, больше даже, первую репетицию «Щелкунчика». Вернее, последнюю репетицию перед выходом на первый «Щелкунчик». И меня попросили ее найти. Я ее нашел, эту запись. Я поставил, я вот так сидел, думал, это я что, первый раз так танцую? Это я вот так хорошо танцевал первый раз? А что же они сейчас в 40 почти не могут половину движения сделать, музыку попасть к нему? Вы знаете, у меня было так удивление, а потому что так был выучен. Не было бы великой Головкиной в училище, не было бы такого педагогического состава. Меня научил танцевать великий Пестов, меня дуэту учил великий Жданов, меня актерскому мастерству учили величайшие педагоги, характерному танцу величайшие и так далее. Потому вот в 21 год перед первым спектаклем это было так.